Уханов, вы? Я, товарищ комбат. Что слышно, Уханов? Тихо. С вечера где-то там лопатками тюпали. Зота, наверное, строят. Ладно. Джим, пошли. Почему не окликаете? Я по Джиму узнал, товарищ комбат. Как фамилия? Прыгунов. Что вы прыгаете, Прыгунов? Холодновато ночью, однако. Товарищ комбат, да я не для этого, товарищ комбат. Накройтесь. Салют, салют, царица полей. Прошу. Ты уж извини, не встаю, ногу натер. Аристократы войны. Кофе, перина, ППЖ еще. Полный комфорт. ПП, жен не держим, сам знаешь. А остальное почему бы не иметь? Была бы тяга. Тяги хватает. Трактора, автомашины. Не то, что у меня в батальоне 4 клячи. Алло, алло, Сергей, ну как слышно? Ну все. Этот свой взвод ДШК потерял. Ходил, ходил. Да он неподалеку, товарищ комбат. Всего лишь в 100 метрах от нас. Как настроение, бог войны? Соответственно обстоятельствам. Соответственно обстоятельствам, дружище. Ладно, посижу немного. Хоть времени в обрез, погреюсь у тебя. Немного потреплемся. Как всегда. Да, друг, пока фортуна улыбается нам. Сколько мы с тобой уже треплемся? Считай. С училища 40-го. А сейчас уже 43-й. На фронте год за три. 8-й год уже. Ты чего-то сегодня в воспоминания ударился? Коль, а? Мы же 2 дня как виделись. Много. А мы с тобой еще живы. Постучи. Ты он еще и кофе пьешь. Вот. А теперь давай кифанем. Что читаешь-то? Есенин. Так. Есенин. Представь себе, ребята у немца взяли убитого. Зачем ему был Есенин, понять не могу. Может, читал по-русски. Может. Спасибо. Это же, знаешь, поэзия, музыка, чувства. Жаль, до войны я его не почитал как следует. До войны, Паша? Не ты один его не читал. Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой. Тот вечерний несказанный свет. Это я знаю. А вот еще. Почти уже про нас. Струились запахи сладко. И в мыслях был пьяный туман. Теперь бы с красивой солдаткой. Завести хорошо бы роман. Ну как? В самый раз. Сейчас только романа и не хватало. За день какие хоромы, Ангрухов, а? На том стоим. Стоим. Боюсь, что недолго. Стоять. Может. Начальство все может. Еще? Давай.
Так. Что, устал, браток? Да есть малость. Ничего, ничего, отдохнешь. Работайте, ребята, работайте. К утру надо успеть. Ночь коротка, как говорят. Поспеем, товарищ комбат. Звонили? Звонили. Роты обходил. Вы, лейтенант, в окружении были? 2 месяца 18 дней, а что? Просто так. В прошлом году я тоже вскочил. Почти на месяц. Но мне повезло. Хоть от полка осталось 47 человек. Но было знамя, был сейф с пар документами. Это и выручило. Когда вышли к своим, разумеется. А у нас ничего не осталось. Ни сейфа, ни знамени. Горстка бойцов, да десяток командиров, половина раненые. Кругом немцы. Комиссар застрелился. Наконец вырвались. 12 человек. Смотрим. Что-то больно тощие тут фронтовички. Да. Ну, слово за слово. Выясняется, они тоже в окружении. Вот так попали из огня в полымя. Еще припухали месяц. Это где? Под Нелидовым, 39-й. Там невеселые были дела. Как раз в конце лета к нам пробивались. Убитого командира вынесли, хоронили в Калинине. Генерал-лейтенант Богданов. Да. Геройский был мужик. А что он мог сделать? Сам на пулеметы повел, погиб. Да, 39-й досталось. 29-й тоже. А 33-й? Оконником Белова-Соколова. Тех совсем немного осталось. Ну да. Шашками наголо против танков. Что пережил? Когда к своим выбрались, врагу не пожелаю. Да, потом в резерве. Встречаю товарищей, вместе выпускались из училища. 2 ордена. Шпала в петлице. А я все лейтенант. Напрасно вы так, Маркин. До Берлина еще путь длинный. Холодно. Наступил, что ли? Ну, извини же, мне нарочно же. Джим, хороший. Хорошая собачка. Пойдем, Джим, пойдем. Пойдем. О, блаженство. Что? Ночью еще, говорю, холодает. А тут как в Сочи. Вы чему улыбаетесь, Чернорученко? Да, вы были в Сочи? Да, а не был точкомбат. Вот так. А улыбайтесь. А что,
случилось? Сюрприз для вас, товарищ капитан. Что еще за сюрприз? Ну, говори, говори. Орден вам, товарищ комбат, Красного Знамени. Только что из штаба звонили. Орден? Да. Орден, это, конечно, хорошо. Поздравляем, товарищ капитан. От всей души, товарищ комбат. Поздравляем, товарищ комбат. Спасибо, спасибо. Вот я тут. И обмывочку расстарался. Спрячь пока, Лёва. Обмывочка не проблема. Не проблема. Да я едва у старшины второго батальона выцегонил. Самая проблема. О, лейтенант весь вечер на нее поглядывает. Глупости не городите, Гутман. Вы бы лучше, Гутман, мне сухие портянки поискали. Эй, портянки, какое дело. Держите. Вот, спасибо. И снимите телогрейку, я пуговицу пришью, а то уже третий день обещаете. А с обмывочкой подождем. Верно? Джим. Джим, Джим. Знаете, Маркин, я убежден, что вчера мы совершили ошибку, не атаковав сходу эту высоту. Приказа же не было. Еще вчера у нас были шансы захватить ее малой кровью. Боюсь, как бы завтра не того, не пришлось брать. Да ну, меньше половины батальона. 76 человек на довольствие. Через день-два будет еще хуже. Больше укрепятся. Они и сейчас вон. Ну что ты там? Скоро. Спина уже совсем закалела. Сейчас, сейчас. Минутку. Держите. Вот, молодец. Что там такое? Сейчас выясним. Наверное, немцы в лесу кого-то обнаружили. А ну, Гутман, живо туда и назад. Есть. Артиллеристы, разини. Всегда по ночам засветят, а фриц по ним упражняется. Товарищ комбат. Десятый. Двадцатый Березы слушает. Почему не докладываете? Что там у вас за артподготовка? Опять не выполняете правил светомаскировки? Алло, что вы молчите? Или вы заснули там? Стараюсь привести в систему ваши вопросы. Что? Какая система? Вы не мудрите, отвечайте. На столько вопросов сразу не ответишь. Плохой тот командир, который не умеет, как надо доложить начальству. Надо на ходу смекать. Спасибо. Что? Спасибо, говорю, за науку. Докладываю обстановку. Противник продолжает укреплять высоту 65-0. Визуально отмечены земляные работы. С применением долгосрочного покрытия бревен. Также продолжаются... А вы воспрепятствовали им? Или соизволили спокойно смотреть, как фрицы траншеи, так сказать, размечают? Траншеи, к сожалению, они разметили прошлой ночью. К утру почти все было отрыто и в полный профиль. Пулеметный огонь оказался малоэффективным по причине пули непробиваемости укрытий. Ха. А кто это у вас дразнит немцев? Что за расхлябанность такая в хозяйстве, понимаешь? Наверное, костры жгут или с блиндажей искры шугают снопами. У вас это принято. У меня это не принято. Вы меня путаете с кем-то. Вот что, капитан. Не тебе поправлять, если я испутал. Молод еще.
Попрошу на «вы». Что? Попрошу называть на «вы». Уже в пузыре. Подумаешь, на «ты» его назвал. Назвал, потому что имею право. Вы моложе меня. А на старших в армии не обижаются. Ладно, хотел поздравить. Ладно, все. Сидеть, Джин. Вот ты черт. Что тут за псарня? Товарищ генерал. Потише нельзя. Зачем так громко? Не на плацу. Товарищ генерал, батальон занимает оборону в районе высоты 65-0. Командир батальона капитан Волошин. Медпункт далеко? 200 метров во вражке. Вызовите врача. Врача нет, товарищ майор. Санинструктор. Санинструктора кого угодно, только скорее. Есть. Как Гудман! Говорить? Есть! Высота. 65-0, товарищ генерал. Так что же вы говорили? Согласно сводке, товарищ генерал. Где передняя линия обороны вашего батальона? По юго-западным склонам. Покажите карту. Вот. Передовая траншея по промежуточной горизонтали над самым болотом. Так что же, выходит, она у противника? Противника. Почему же вы ее не отбили? Не было приказано, товарищ генерал. Вот так. Вызовите немедленно командира полка. Чернорученко, вызывайте Волгу. Есть. Волга, Волга. Волга. Алло. Волга. Овчарка, товарищ генерал. Хо-хо-хо. Зверюка какая. Как зовут? Джим. Джим. Джим, Джим. Ну-ка, пойди сюда. Джим. Не пойдет. Не пойдет. Тогда мы еще посмотрим. Джим, ко мне. Ну? Давно командуете батальоном? 7 месяцев. А до этого где командовали? Роты. В этом же батальоне. Постойте, как вы говорите вашу фамилию? Волошин. Так это не ваша рота отбила переправу в Клепиках? Моя. Товарищ генерал, младший сержант Веретенников прибыл для оказания первой помощи при огнестрельном ранении. Хорошо, дочка. Погляди, что у меня тут фрица наделали. Разрешите обратиться по личному вопросу, товарищ генерал? Ну, обращайтесь. Прикажите комбату оставить меня в батальоне. А что, он вас прогоняет? Отправляет в тыл, товарищ генерал. Таков приказ по полку. Санинструктор Веретенникова комиссовано как непригодный к строевой службе. А вы, товарищ младший сержант, должны бы знать, как в армии положено обращаться к старшему начальнику. Не могу решить этого вопроса. Обращайтесь к непосредственному вашему начальству. Надо остричь. Всего? Вокруг раны. А что ж, надо так стриги, если есть чем. Найдется. Подержите. Слушаюсь. Шею убери, она у меня здорова. Так надо, согласно наставлению. Наставлением, наставлением. Мне войсками командовать, а ты из меня чучело делаешь. Иначе повязка не будет держаться. Держаться, держаться. Перевязывать не умеешь. Умею, не вас первого.
Сомневаюсь. Перевязывайтесь сами. Что такое, мы? Санинструктор, вернитесь! В чем дело, комбат? Веретенникова! Веретенникова! Ну что за безобразие? Младший сержант Веретенникова. Вот положение. Не догнал. Ой, виноват, товарищ генерал. Командир полка майор Гунько по вашему приказанию прибыл, товарищ генерал. А вы что, командир кавалерийского полка? Никак нет, стрелкового, товарищ генерал. Ну, а какого же вы черта тогда в шпорах? Вы бы лучше у себя порядок навели и меньше заботились о своем кавалерийском виде. У вас бардак, товарищ майор. А ну, вкурить там. Какая у вас позиция? Где вы засели? В болотах? А немцы? На высотах? Вы что же думаете? Они вам оттуда букеты бросать будут, платочками махать? Я так не думаю, товарищ генерал. Ах, вы так не думаете, вы поняли. Вы знаете, что все подъезды к вам простреливают с пулеметным огнем? Вон, полюбуйтесь. Чуть к Архангелу Гаврилу не отправили. И Виллис вверх колесами торчит. Вы что же, мне новый дадите? Виноват. Что? Виноват, товарищ генерал. Тьфу ты. Вот он тоже. Тоже виноват. Он должен был взять высоту, а не сидеть в болоте. Так точно, товарищ генерал. Мне не было приказано ее брать. Потом второй раз уже оправдывает свою бездеятельность отсутствием приказа. По плану командующего, высота в вашей полосе. Так... Так точно. Для меня включительно. Связи лучше. То где же включительно? На карте для вас исключительно. Так точно. Для меня исключительно. Так вы что же, путаете? Или знака не понимаете? Понимаю, товарищ генерал. Разгильдяи. Слишком о себе заботитесь. Надеюсь, товарищ генерал, ко мне это не относится? Относится. И к вам относится. Будете завтра брать высоту штурмом. А то засиделись тут печки в лавочке. Судя по всему, высота 65-0. Включительно для соседней армии. Ишь ты, какой умник. Знает, соседняя армия. А я вот нарезаю ее вам. А то соседняя армия. А вам известно, где соседняя армия? У черта на куличках. Жуковку еще не взяли. Тем более нельзя вырываться. Открытый фланг. Я смотрю, ты слишком грамотный. Открытый фланг? Ты о фронте больше беспокойся. О фронте. А о флангах побеспокоится кто-нибудь другой. Я беспокоюсь за батальон, которым командую. А в батальоне и так. 76 человек на довольствие.
Так, командир полка, вы получили пополнение? Так точно, сегодня в конце дня. Пополните его батальон. Будет сделано. Мне нужны еще командиры. Есть только один штатный командир роты. Недостает 12 командиров взводов. Нет заместителя по политчасти, выбыл в госпиталь. А поддерживающая батарея артполка сидит без снарядов. Майор, вы на лошади? Так точно. С коневодом? Угу. Дадите лошадь мне, поедем в штаб. Пожалуйста, товарищ генерал. А адъютант, если угодно, я вам пришлю коня, это быстро. Мы пешком, коневод проводит. Можно и так. Так мне что, готовиться к атаке? Вы получите приказ. Уже почти 22 часа. Когда же мне готовить батальон, товарищ генерал? Надо было беспокоиться раньше, товарищ комбат. Раньше батальон имел другую задачу. Наступать. Вот ваша задача. Наступать, запомните это раз навсегда. Не давать ему покоя ни днем, ни ночью. Вы забыли чьи это слова? Напомнить? За отсутствие дисциплины в вашем батальоне и за эти штучки вашего санинструктора объявляю вам выговор, комбат. Есть. Вот так. Получите приказ по армии. О, собаку мы заберем. Нечего ей тут делать. Командуйте батальоном, комбат. Крахалев! Возьмите собачку. Комбат, дайте своего человека. Вы слышали приказ? Где ваши бойцы? А ну там, в траншее! Живо! Проводите пса в штаб. Гудман. Возьмите Джима. Куда? Джим наш. Выполняйте приказ. Ну что? Я выполню. Товарищи командиры, судя по всему, завтра придется брать высоту. Приказа пока нет, но я думаю, что будет. Так что надо готовиться к атаке. Если два дивизиона поработают пушечками, может, и возьмем. Ну, насчет двух дивизионов сомневаюсь. Боюсь, как бы дело не ограничилось одной батареей Иванова. Иванова? Они же сидят без снарядов. Сегодня утром, когда мы окапывались, мой старшина ходил. Сидят эти гаубичники, а у них между станинами по одному ящику. Хочешь стреляй, хочешь на развод оставляй. Товарищ комбат, младший лейтенант Ярощук прибыл. Садитесь, товарищ Ярощук. Ну, можно и присесть, коли не прогоните. А я там у себя в окопчике кеморнул немножко. Под брезентом. Такая холодрыга на земле. Промерз как цуцик. Тебя. Махорка есть? О, благодарствую. А бумажка? Закурим? Видите, товарищ Ярощук. О-о-о! Спасибочки, товарищ Муратов. Беломор. Спасибо. Беломор. А вообще, хотя бы по званию младший лейтенант, курить давно пора не надо. А и правда. Я вот по званию младше всех вас, а по годам старше. А я сельповский работник, с Пензенщины. Вот когда
увольнялся со срочной службы, присвоили мне это вот младшее звание лейтенанта запаса. Вот так и хожу в этом звании, пока война. А зачем мне эти звездочки? Кончится война, поеду в свой колхоз. А там бывает и курнуть некогда. Спасибо за информацию, Степан Игнатьевич. Но пока вы на фронте и командир взвода. Само собой, товарищ комбат, я службу несу справно. И учитесь беречь время. Виноват. Продолжим доклады командиров подразделений. Командир 8-й. Имеется 18 бойцов. 3 сержанта, 1 командир роты. 4 обоймы на 1 винтовка. 2 ленты на 1 максимум. Гранат мало. 10 штук. 18. Да. 18. Недели 2 назад было больше 80. У кого их не было? 80. Маловато. Людей, боеприпасов. Беречь надо, товарищ Муратов. Как можно беречь? Командую. Один короткую очередь, другой короткую очередь. Получается много коротких очередь. А это один длинный очередь. Расход большой. И правильно, сколько не растягивай, все равно мало хватать не будет. Ярощук, как у вас? Взвод ДШК пока хлипает, товарищ комбат. Есть 3 легкораненых, но они остались в строю. Там сестричка Вера сейчас смотрит их. При чем тут Вера? Чего ты? Да. Дальше? А так все налицо. 2 расчета, 2 пулемета, 1 повозка, 2 лошади. А патроны? Есть немного. Пока хватит. Старший лейтенант Кизевич. Ага. Значит так, 33 человека, 2 Максима. Слезы, а не рота. Боеприпасы? Боеприпасы. По 65 патронов на человека. А к трофейному пулемету? А что трофейный? Вон так. Как это так? Ну, на повозке. Что я из него, стрелять, что ли, буду? Да. Почему вы? У вас для этого есть пулеметчик. Старшина Грах. Слушай, товарищ комбат. У вас, кажется, был ящик с КС. Да. Раздайте его между ротами. Будет сделано. Значит, старший лейтенант, трофейный кольт у вас на повозке. На повозке? А что? Передайте его Муратову, он найдет ему лучшее применение. Это за какие такие заслуги? Так надо. Надо было свои беречь. А то свои поразгрохают, а потом на чужое зарятся. А я у вас ничего не прошу. Ну все. Разговор окончен. Окончен. А то кольт. Патроны передайте тоже. А чтобы Муратов не искал у себя пулеметчика, передайте его. Сипак, кажется, его фамилия. Сипак. Сипак на прошлой неделе убит. Новый пулеметчик. Передадите нового. И ты, твою лапти. Еще и нового. Да что, у меня запасной полк, что ли? Чуть что, сразу у 9-й. Кольт. Может, у меня на кольт основной расчет был. Я уже к нему ориентиры пристрелял. А что получается? Отдай жену дяде, а сам... И правильно, чтобы не хитрил. А ты не хитришь. Честный какой. То, что Кизевич умеет по-хозяйски беречь людей и имущество, этого у него не отнимешь. О. Сейчас по огневым средствам ослаблена 8-я. Поэтому Кизевич для общего дела поделится с Муратовым. Бери. Спасибо. Тришкин кафтан. Они уже там 20 отгрохали. Натанцуемся перед ними. Пришло пополнение, товарищ комбат. Сколько?
92 человека. Ну что ж, пойдем посмотрим. Да, и пришлите своих людей за пополнением. Так, 92 это по 30 на брата и 2 мне. А почему тебе? Они не делятся. Всех переписали много? Да, сколько? 92 человека. Вроде бы много. Лотман, стройте пополнение. Есть. Пополнение строится. Давай, давай, на построение. Живей, живей. Больные есть? Есть, есть. Больные, 3 шага вперед. Кто не обучен, 3 шага вперед. Полсилы. Кто очень боится, тоже. Гутман. Отвести группу назад в штаб. Назад? Направо. За мной. Шагом марш. Сомкнуть ряды. А с вами будем воевать. Завтра мы пойдем в бой. Все вместе. Кто-то погибнет. Будете действовать напористо и дружно, погибнет меньше. Замешкались под огнем, погибнет больше. Запомните закон пехотинца. Как можно быстрее добежать до противника и убить его. Не удастся убить его, он убьет вас. Все очень просто. На войне все просто. Думаете, они действительно больные? Вовсе не думаю. Как же тогда так? За здорово живешь и шагом марш в тыл. Давайте потише. Устал человек. Вторые сутки не спит. Притом пожилой. Надеюсь, лейтенант, вы меня за идиота не принимаете? Да я что? Я
так просто, сказал. Уж кто-кто, вы-то должны понимать, что мишени на поле боя нам не нужны. А эти? Эти, которые остались, это не мишени. Это зависит от нас. От нас. Посмотрим, как они завтра поднимутся. Как бы их ни пришлось под зад каблуком пинать. Очень может быть. Возможно, завтра не поднимутся. Через неделю. Через месяц. Уже награждать будем. Да. Алло? Если будет кого. Вот боевое распоряжение из полка. Атака в 6:30. Товарищ комбат, 10-й. Да. Опять у вас фокусы, сюрпризы. Когда это кончится, Волошин? Что вы имеете в виду? Почему вернули карандаши? Вы что, не получили приказ на Сабантуй? Я получил приказ, товарищ 10-й. Так в чем же дело? Я вернул больных. Что? Больных? А кто это вам сказал, что они больны? Уж не они ли сами? Конечно, они. Слушай. У меня врача нет. Слушай, ты, вы там нормальный или нет? Если вы будете такой легковерный, у вас завтра никого не останется в хозяйстве. Останется, товарищ 10-й. А те, кто оглядывается на санчасть, мне не нужны. Как это не нужны? Вы пополнение просили, я вам дал максимум. Можно сказать, за счет других. А теперь вы отказываетесь. Я просто не понимаю, как это... Товарищ 10-й, вот и отдайте их тем, кого вы обделили. А мне хватит. Хватит? Да, хватит. Имейте в виду, Волошин, я вам это завтра припомню. Помощи запросите, шиш получите. Не сомневаюсь в этом. Что? Говорю, не сомневаюсь в этом. Только просить не буду. Не будете? Нет, не буду. Но смотри. Как настроение у новеньких? Какое настроение? Устали, спать хотят. Окапываться не хотят. Окопаться необходимо. Я сказал, на одну ячейку два бойца. Вот как? А по-другому плохо. Вот, один боец на одну ячейку. Вот он до утра будет окапываться. А завтра, как дохлая муха, в бой. У вас у самого-то как настроение? Какое настроение? Плохое настроение. Почему? Часы стали. Какие часы? Мои часы. Вот завел, стоят. Походил, посмотрел, стоят. Значит, барахло часы? Немецкие. Немецкие? Штамповка. Дрянь они часы. У меня он кировский. Не останавливается. Мой барахло. У Рубцова взял. Артподготовка был. Смотрит, стоят. На, говорит, бери, Муратов. Мне не надо будет. В атаку пошел. Пулю под каску. И салам алейкум. Так. Да. Глупости все это. Вадим. Товарищ капитан, ужинайте. Может, с нами поужинайте, товарищ комбат? Лейтенант Самохин, сколько у вас сегодня в строю? 24 бойца с санинструктором. Санинструктора не считайте. Выделите двух человек. Двух толковых бойцов. Сержант Нагорный, выделите двух бойцов. Есть, товарищ лейтенант.
До каких пор будете воду мутить, товарищ Самохин? Какую воду? Когда будет выполнен мой приказ? Завтра утром пойдет. Никуда не пойду. Вера. Ну что, Вера, куда вы меня прогоняете? Как наступление было, так нужна была. А как стала тихая оборона, так выметались. Я год пробыла в этом полку, никуда я с ним не пойду, поняли? Вы что же, и рожать тут будете? Да, буду. А вам какое дело? Вера, ну ты что? Вера, успокойтесь. Вера. Нет уж, товарищ санинструктор, в моем батальоне роддома нет. Рано или поздно все равно отправитесь в тыл. Так что лучше это сделать вовремя. Вам, Самохин, даю ровно час проводить. И чтобы завтра в 4 часа утра санинструктора в батальоне не было. Почему так рано? Потому что пришел приказ. В 6:30 будем штурмовать высоту. Что? Что? Да чтобы я до атаки смылась? Да пусть мне генерал приказывает, пусть сам маршал, хоть сам Господь Бог, никуда я не пойду. Ладно, Вера, не горячись. Ну что не горячись? Ну хватит, ну что ты как маленькая. Долго ты без меня уцелеешь. Ну, с тобой же как за маленьким смотреть надо. Прекрати. Верочка, ну успокойся. Ну хватит, ну что ты. Все. Вот так. Никуда я не пойду. Если мина, не трогать. Только на то место клочок бумаги и камушком прижать, чтобы ветром не сдуло. И так дальше. Теперь ясно. Ясно. Ну, все это займет у вас не более 2 часов. Да, может получиться так, что на нейтралке окажутся немцы. Тогда тихо послушайте, чем они там занимаются. И назад. Я буду вас ждать. Вопросы есть? Ясно. Ну, тогда сержант Нагорный проводит вас и поставит задачу на местность. Есть, товарищ комбат. Пошли. Я это... Я кашляю. Да? И здорово. Когда как? Как придется. Тогда отставить. Вашу кандидатуру отставить. Вместо вас пойдет сержант Нагорный. Есть, товарищ комбат. Садитесь. Боитесь? Боюсь. Лейтенант Самохин, он что, часто вас труса празднует? Да нет, вроде не замечалось. Давно на фронте-то? 4 месяца. Сам откуда? С Пензенской области. Дома-то есть кто? Мать и 3 сестренки. Старший. Младший. А отец? Нет. 41-м из-под Киева. Одно письмо пришло. Все. Значит, боишься? За свою шкуру дрожишь. Батька, ты что? Все боятся. Кому помирать охота? Ах, вот как! Еще Батька. Философию разводишь! А ну, встать! Лейтенант Самохин, пусть идет. Идите на место, Кабаков. Есть. Ну и напрасно. Надо было специально послать от трусости полечиться.
Не стоит, Самохин. Не стоит. А. Потому что признался, да? За это вину спустили, да? Да, спустил. Помнишь толстовскую притчу? За разбитую чашку спасибо, потому что не соврал. Притча. Ему притча. А дрожь, что камень. Вот шарахнет, одни ошметки останутся. А этот правдивец жить будет. Старший лейтенант Кисевич. У вас найдется толковый сержант. А это зачем? Надо установить связь с высотой малой. А что устанавливать? Там никого нет. Как нет? Вот были люди. Говорят, слышали голоса наши, русские. А чего они могли слышать? Я до вечера туда смотрел, никого нет. Ни единой души. Может, они в темноте не на тот бугор влезли, может, правее взяли, так там... Действительно, вечером елозил кто-то. Нет, товарищ старший лейтенант. Мы через Кузьки напрямую, прямо до высотки. Болото там. Вот то-то болото. Залезешь, не вылезешь. Замерзли. Так точно. Ну, идите, грейтесь. Есть. Тем не менее, пошлите сержанта с бойцом. Как распределили пополнение? Ну, что, пополнение копает, не спать же. Новеньким дайте отдохнуть. Пусть старики поработают. Ну, есть. Старший лейтенант Кизевич. Что? Опять? Наркомовский, товарищ комбат. От холоду, для сугрева. Дождетесь вы меня? Да что я? Маленький, что ли? Ну, ладно, идите. Слушай, не бахай чересчур в начале, а? Только фрицев разбудишь. В начале я как-нибудь сам, потихоньку. Мне потом надо будет, там, на высоте, как зацепимся. С дорогой бы душой. Да ведь начальство потребует. Ему же, сам знаешь, главное, чтобы в начале грохоту побольше. Чтоб залп был. Залп, да. Нет, чтобы с комбатами посоветоваться, как лучше... Ведь нам эту высоту брать. Так нет же. 6:30. Мне бы хотя по паре снарядов на пулемет. Они ведь, знаешь, имеют способность того света возвращаться. Вроде ты его разгрохал. Два попадания было. Глядишь, а он опять через 5 минут лупит. Взаимозаменяемость номеров. Чего ж ты хочешь? Огневая подготовка у них что надо. Да, подготовочка еще та. Грешно хвалить противника, но приходится. А почему грешно? Насчет войны они ведь мастера, ничего не скажешь. Не зазорно кое-чему и поучиться. Учиться, да. Хотя вам, артиллеристам, что? Математика. Функции углов одни и те же. Что у нас, что у немцев. Да, к этой математике, да еще бы снарядов побольше. А то ну что за работа? На каждый выстрел разрешение у командира дивизиона просить. Солдатиком отдуваемся. Ну что же, дружище, хорошо тут у тебя, но надо топать. Послал разведчиков, жду результатов. Как бы фрицы... Высоту не заминировали. Будет сюрпризик. Да, не дай бог мины знаю. Ну? Есть, товарищ десятый. Товарищ капитан, вас. Меня? Ваш десятый. Ну, ладно. Двадцатый слушает. Почему вы разгуливаете? Вы что, на Невском проспекте? Почему вас должны разыскивать? Увязываюсь с приданным взаимодействием. Свое хозяйство готовьте. У вас все готово?
Жду результатов разведки. Неизвестно, кто на высоте, малой, наши или немцы. Как же так начинать атаку? Это на какой? За болотом? А там никого нет. Та высота не занята. А если все-таки занята? Ну, ерунда, Волошин. Все вам черти снятся. Вчера мои разведчики вернулись, там пусто. Вчера. Товарищ десятый, я прошу разрешения перенести срок сабантуя на час раньше. Это почему? Ну, раньше, понимаете. Пока не рассветет. Нет, нельзя. Действуйте по плану. План, понимаешь, уже утвержден наверху, так что по плану. Черт, что делается? Неужели разведчики напоролись? Видите, что делается? Наверное, на горной. Еще не вернулся. Нет. Быстро 10 человек через болото и на выручку. Гамзюк! Быстро! Гамзюк, бери первый взвод и вниз. Есть! Я ждал этого. Что вы сказали? Говорю, пулеметных точек не меньше 6. Значит, их больше. Всю систему они не открыли, конечно. Да уж, наверное. О, черт. Слепую лупят. Или они потеряли их из виду, или... Или да оба распластались на склоне. Нагорный, что там? Сейчас. Сейчас, товарищ лейтенант. Осторожнее. Потерпи. Сейчас. Потерпи, миленький. Потерпи. Сейчас. Носяк. Ранила вот его. Дрозда. Где ранили? Там. Возле траншей. Мы доползли. А как побежали. А там, это, спираль. Какая спираль? Ну, это... Бруно! Да не было там никакой спирали, я вчера весь день смотрел. Вчера не было, а теперь натянули. Но мы и вперлись ни туда, ни сюда. Ну, я взял и потянул. Зачем? Зачем ты потянул, голова два уха? Ну, а как же, Дрозда, ее ж там ранило. Туда шли... Не было. А назад натянули. А, они вас там загородили. Ага. Загородили, как рассей пруду. А мины? Чё? Так нету мин, товарищ комбат. Нету. Мы проверяли. И немцы, которые проволоку ставили, ходили так, смело. Что, Дрозда сильно зацепила? Да не поймешь. Весь в крови. Граната его. Гатфрис услышал и гранатой. Молодец. Бросил. Старшина Гамзюк. Слушай, товарищ капитан. Раненого быстро в тыл. Лично займитесь. Есть. Разрешите идти. Отдыхайте. Я провожу Дрозда. Теперь Самохин покажет Кузькину мать этому кабаку. Через него ж Дрозд пострадал. Через него, да. Я в его эту гниду. Ненавижу трусов. Да? Что, сам никогда не боялся? Я боялся. Почему? Ну, чтобы за других прятаться. Видишь ли, Гудман, все дело в том, что люди в жизни все разные. И разными приходят на фронт. А тут вдруг ко всем одни требования. Конечно, не все им соответствуют. Пока притрутся, а времени-то и нет. Вот и получается несоответствие. В помощь пришлю командира. Вот это помощь. Мне стволы нужны, товарищ десятый. Артиллерия с боеприпасами. Будет, будет. Я тут вот увязываю. Распоряжения уже отданы. Да, распоряжений, конечно, хватает. Товарищ десятый, а как насчет атаки, а? Может быть, начнем на полчаса раньше?
Или на полчаса позже? Нет. Арт-батарея открывает огонь ровно в 6:30. Все. Привет, комбат. Привет, Начхим. Вас подняли зря. То есть как-то зря? Как-то зря? Разве атака отменяется? Атака не отменяется. Атака в 6:30. Вот-вот. Полковник именно так и ориентировал, командир дивизии. Значит... Значит... Значит, осталось полтора часа. Правильно. Сейчас 5 часов, поэтому не будем тратить времени. Меня интересует наличие конского состава. 8 лошадей. Так-так, а ветеринарная обеспеченность? Фу. Спасибо. Вы, наверное, что-то спутали, товарищ майор. У меня атака, а не выводка конского состава. То есть как это? Очень просто. Нашли время, чем заниматься. У меня к атаке половина готовности. Половина готовности? Так ведь через полтора часа. Уже через 1:25. Ну и ну. Да, время идет. Ну, атака атакой. А об обороне не грех и позаботиться. Это к начальнику штаба. А где на штаба? В ротах. Ну, хорошо, я подожду. Да-да, вы подождите. Чернорученко. Я? Берите катушку, аппараты за мной. Ясно. Березу отключаюсь, меняем КП. То есть как это за мной? Я же еще не сказал. Я ухожу в роты. Но ведь ваш КП здесь? Да, здесь КП. Здесь будет начштаба батальона. С ним и разбирайтесь, он в курсе всего. Странно. Слушайте, Самохин, давайте сюда Нагорного. Денисюк, Нагорного ко мне. Чернорученко. Что? Ставьте связь здесь. Есть. Прибыл, товарищ комбат. Слушайте, Нагорный, берите свой взвод и выдвигайтесь на болото. Вот, представители дивизии привел. Быстро вы, однако, бегаете, комбат. Здравия желаю, товарищ. Там ждите сигнала ракетой и бросок траншеям. Есть, товарищ комбат. А куда вы его... Готовимся, товарищ майор. Готовимся. А, ну да. Не вижу. Пошли. Что? Ничего не видно, темно. Туман, товарищ майор. Туман. Туман. Кажется, прошли. Хоть с этим повезло. Теперь хотя бы артиллерии снарядов подкинули. Снарядов дали мало. По 20 штук на орудие. Маловато, по 20. Все бы ничего. Если бы была своя минрота. Это точно. Прибыл. Лейтенант Круглов. Младший лейтенант Ярощук. Кизявич еще не пришел? Наверное, влопались его разведчики. Гудман, быстро за командиром 9-й. А где капитан Иванов? А вон бежит. Сюда, сюда давайте. Задержался, прошу, соседей, снаряды Марокко. Только что подвезли. Товарищ комбат, прошу ответить на один вопрос. Как обеспечивается подвоз боеприпасов? Все, что дали, уже подвезли. Больше не предвидится. То есть как это? Просто сегодня больше не дадут. Выдали все, что было. Ах, что было? Товарищ майор, я бы посоветовал вам, пока не рассвело, отправиться на мой КП. А то, как начнется, не выберетесь отсюда. А я не намерен выбираться, товарищ комбат. Я прислан на ЧДУМ до момента взятия высоты. Я обязан находиться в батальоне.
и осуществлять контроль за выполнение приказа полковника. Ну, как хотите. Вот так. Товарищ капитан, нет разведчиков. Старший лейтенант Кисевич прибыл. Так, товарищи командиры. Товарищ комбат. Слушайте боевой приказ. Товарищ комбат, десятый вызывает. Идет. Двадцатый слушает. Моложе осталось 15 минут. Я отдаю боевой приказ. Ровно в 6:30. Буду готов вовремя. Ну-ну. Повторяю. Главный замысел боя состоит в быстроте действий. Роты броском преодолевают болото и как можно скорее выходят на рубеж взвода Нагорного. Ваша задача особая. Как можно глубже охватить высоту большую слева. И ни на минуту не упускать из виду высоту малую за болотом. А если там немцы? Вы же говорили, там никого нет. Если там немцы, тогда вам не придется осуществить охватный маневр. Сначала надо будет сбивать немцев с высоты малой. А чем их сбивать? Взводом? Это будет видно в ходе боя. Младший лейтенант Ярощук. Я. Отдайте один из двух крупнокалиберных 9-й роти Кизевича. Вот, был взвод, а теперь... Давай, давай. Есть. Главный удар осуществляет 8-я. Лейтенант Муратов. Как всегда. Что не ясно? Вопросы есть? Ну, если вопросов нет, по местам. Есть. Паша, как батарея? Батарея готова, только вот на высоте не видать ни черта. Да, еще темновато. Еще бы минут 20, пока рассветет. Вблизи видать, а дальше все в потемках. Куда же стрелять, разрыва не увидишь. Товарищ комбат, 10-й. Но я пошел в цепь. Значит, бросок? Два броска, и чтоб на вершине. Только так, и не иначе. Постараемся. Я еще не готов. Как буду готов, доложу. А что время? Мне ни черта не видать. Артиллеристы не видят цели. Товарищ 10-й, надо подождать еще 10 минут. Ну что ж, палить, божий свет, как копеечку. Снаряды нам еще понадобятся. Товарищ 10-й, я действительно не готов. Как буду готов, доложу. Это кто? Это из штаба? Это из штаба полка. Осталось 4 минуты. Надо подождать. Подождем. Как? Вы откладываете атаку? Да, на 15 минут. Я протестую. Вы нарушаете приказ. Я буду докладывать. Можете докладывать. Сами же видите, что темно. Куда стрелять? Куда? Командир батареи не видит даже цели. Мы даже 2 дней не сидим в обороне. И у нас не было возможности пристреляться. Да, но по приказу 6:30. Приказ отдавался ночью, когда вовсе было темно. Да вот не разведнелось по приказу. Как видимость, Паша? Еще бы десяток минут. Траншея еле просматривается. Батарея к бою. Батарея к бою. По пулемету. По пулемету. Гранатой взрыватель осколочный. Гранатой взрыватель осколочный. Заряд 4-й. Заряд 4-й. Репер номер 1 левее 0.40. Репер номер 1 левее 0.40. Прицел 0.48. Прицел 0.48. Первому снаряд зарядить. Первому снаряд зарядить. Первая готова. Ну что, я готов. Я готов. Гудман, ракету. Огонь. Огонь. Левее 001. Левее 001.
Левее 002. Левее 002. Уровень выше 003. Уровень выше 003. Осколочный. Огонь! Алло, десятый. Нет десятого? Передайте с пятого с орла, меняем НП. Смена НП, как поняли, смена НП. Василь, Гудман, снять связи за мной. Связные, рот за мной. Паша, подай минут 10. Отдал. И поточнее! Сержант Ершов, товарищ Капат.
Вот он раскрылся когда. Какие потери? Человек 8-10 убитых. Пригорок спасает. Есть, почему не поднимаете роты? В атаку! Почему? Прочистите оружие. Разорвет ствол. Да-да. Товарищ Кабан! Товарищ капитан! Спасайте девятую! Через полчаса! Через полчаса! Всю выбьют! Ты что, лейтенант? Вместо связного, что ли? Связного убили. Кизелец жив? Жив пока, но потери очень большие. Главное, эти березанты, это шрапнель и пулеметы справа. Товарищ капитан, надо сначала брать высоту малую за болотом. Иначе дрянь дело. Только зря людей потеряете. Вот и твои разведчики, Кисеевич. И полковые. Понаразведывали, называется, мать твою. Товарищ комбат, связи нет. Тогда отходим. Ну, фокуснички. Гудман, ракету! Ерунда какая-то получается. Почему так плохо работала артиллерия? Почему вдруг замолчали орудия? Чтобы артиллерия хорошо работала, нужны боеприпасы. А их кот наплакал. Почему? Кто виноват? Это вы в штабе спросите. Подвоз и снабжение в армии осуществляется сверху вниз. 8 снарядов осталось. Ну как было последнее выпустить? Лейтенанта. Палаткой накройте. Алло? Что происходит, товарищ капитан? Алло? Что, Береза? Сильно? Меня ерунда. Вот полуроты, как алло, корова, Береза? Языком слезала. Грах в обе ноги ранен. Последнего старшину ухлопало. Береза? Как же так, комбат? Береза? А это артиллерия! Черт бы ее побрал! Ее бы в цепи, пусть бы поползала под пулями! Артиллерия тут ни при чем. Артиллерии снаряды нужны. Алло? Тогда незачем было начинать это смертоубийство. Надо было ждать, пока подвезут снаряды. А так что, голыми руками, алло, да? Десятый? Он вот полдня брезантами крошит. Сколько человек осталось? В роте 48. Алло? Алло? Чернорученко. Я. Вызывай десятого. Есть. Береза! Береза! 20-й вызывает 10-го. Шо? Товарищ комбат, нет 10-го. Как нет? Ну, вызывай начальника штаба. Есть. Алло. Спасибо. 10-й. Алло. Алло. Ой, господи. Нагорный еще не вернулся? Нагорный вернется. Он вон куда выскочил. Неужели показалось? Может, это немцы? Нет, это похоже, что наш папаша. Черт! Может быть, это немцы? Неужели Нагорный ворвался в траншею, а мы отошли? Не может быть! Не может быть! Товарищ капитан, смотрите. Гудман, быстро в девятую взять сведения о потерях.
Товарищ майор, атака не удалась, батальон отошел. Кто разрешил? Не было связи. Немецкая артиллерия... Кто разрешил? Я же вам объясняю. Кто разрешил отойти? Вы получили приказ на атаку. Я получил приказ на атаку, но мне не хватило времени разведать высоту. А там оказалось более 8 пулеметов. К тому же батальон попал под огонь бризантных и потерял треть состава. Я спрашиваю. Я вас спрашиваю. Кто вам дал право отвести батальон на исходный рубеж? Товарищ майор. Мы как проверяющие... А с вас я еще спрошу. Кто разрешил отойти? Кто? Похоже, он первый день командует батальоном. И не знает... Я не первый день командую батальоном и знаю, что мне следует. Почему ж не взята высота? Я уже объяснил, почему. Не подавив огневых средств, я не могу губить людей в бесплодной атаке. Ага, жалеешь людей. Жалостливый. Ха-ха-ха-ха. Ты слышал, Миненко? Ему людей жалко. На приказ ему наплевать, его жалость одолела. Вы слышали? Может, ты еще и себя пожалеешь? Я себя не жалею. А людей, да. И понапрасну губить батальон не стану. Вот как. Ну, тогда я тебя отстраняю. Я тебя отстраняю от командования. Ты понял? Я понял. Маркин. Слушаю. Я здесь. Навести в батальоне порядок и атаковать высоту. К 13.00 доложить исполнение. Ясно? Ясно. Каким образом он ее возьмет в 13.00? Он на соседней-то тоже немцы. И бьют батальоны во фланг и в спину. Сначала надо брать высоту малую. Ха, каким образом взять? Могу подсказать. Выстроить батальон и сказать, вон видите высоту? Вот там вас ждет обед. Там ждет кухня. И возьмут. Одну минуточку. Извините, я не согласен. Не согласен со снятием командира батальона. Кто вы такой? Уполномоченный штадивом майор ветеринарной службы Каськов. Ну и что? Ну и что, товарищ майор ветеринарной службы? Ну и что, что вы уполномочены? Командир батальона не обеспечил выполнение боевой задачи. Вот я его и отстранил от должности с ведома командира дивизии. Извините, вы не правы. Я находился в батальоне и видел все своими глазами. Командир батальона действовал правильно. Много вы понимаете. Правильно. Здесь я хозяин. И я принимаю решение вот с этим, со своим заместителем по политической части, майором Миненко. Маркин. Я. Вызывайте командиров подразделений. Ставьте задачу. Есть вызывать командиров подразделений? В батарее нет снарядов, товарищ майор. Все, что было, израсходовано. Так уж и все. До единого снаряда. Можете проверить. Ну, раз нет снарядов, значит, по-пластунски. По-пластунски сблизиться с противником и гранатами забросать траншею. Гранаты у бойцов есть? Есть, так точно. Товарищ комполка, по таким огнем невозможно даже ползком. Я сам, я видел. А мне наплевать, что вы видели. Вы не затем присланы в полк, чтобы мешать выполнению боевой задачи. Я прислан контролировать ее выполнение. Я доложу командиру дивизии. Вы неправильно ставите задачу. Не вам меня учить, товарищ ветврач. Маркин, всех. Всех в цепь. Командиру батареи приказываю ни на шаг не отступать от командира батальона и использовать для атаки весь неприкосновенный запас. Я не имею права, товарищ майор. Где пулеметы ДШК? Здесь, на своих позициях. Пулеметы вперед и всему батальону ползком вперед! Позвольте, я прошу не начинать атаки
до моего доклада комдиву. Это не ваше дело. Командиры рот на местах? Кроме командира 8-й, который убит. И в роте не осталось ни одного среднего командира. А тут был где-то лейтенант Круглов. Я здесь, товарищ майор. Круглов, принимай роту. Есть. И весь батальон вперед. Что тут такое, а? Сейчас узнаешь. Так, ну что ж, будем готовиться. Выберешься днем-то. Так, командиры все здесь. Слушайте боевой приказ. А комбат ранен, что ли? Командир полка отстранил. Ядрит твою лапси, весело живем. Отставить разговоры. Вот и все поминки по тебе, комбат Волошин. Приказ, по сути, остается прежним, как и на первую атаку. Пока с высоты малой во фланг роты будет бить пулемет, я не сдвинусь с места. Сначала надо взять высоту малую. О, немец уже репетирует. С нами выступают первый и второй батальоны. Помогут вам на фланге. Помогут? Им, дай бог, самим-то с совхозом управиться. Хорошо. Приказываю вам самостоятельно атаковать малую. Попробую. Остальным, 7-й и 8-й ротам, остается прежняя задача – штурмом взять высоту большую. Как ее возьмешь без артиллерии? А теперь еще и двумя ротами. Это смертоубийство – атаковать в прежнем направлении. Прошу приказ не обсуждать. Товарищ капитан, вот, шапку новую для вас. У старшины выпросил. Там лейтенант Маркин ракетницу просит. Я в роту Кизевича попрошусь.
Да, да, ротам теперь хуже. Что же Иванов не стреляет? А чем? Фамилия? Фамилия как? Искаков. Ашим Искаков. Смелее, Искаков. Смелее. Вперед. Ты цел? Я-то цел. Командира роты убила. Самохин. Много убитых? Ага, много. Вон лежат. Пулемет стригут. Вот что, Денищик. Давай ползком в кустарник. И всех назад. Всех назад, в цепь! Хорошо. Давай! Хорошо, товарищ комбат. Понял! Со мной скакал. Ну как мне стыдно, разлетись! Ну поднимайся, вперед! Что? Командир, что это? Давай, жену! Пошла ты! Какого черта есть? Без тебя тоже! Уберите эту бабу отсюда! Ты, ну давай, вперед! Ну что вы разлеглись? Ну давай, вставай! Вперед! Ну что ты лежишь? Чего ты орешь? Чего орешь? Не видишь, что делается? Ну, вставайте же, ну, давайте! Товарищ комбат! Товарищ комбат! Ну, хватит, хватит. Слезами не поможешь. Дело. Я же говорила, я же так и знала, а он вперед всех вырвался. Я не пускала, а он вырвался. Где он лежит? Под этой спиралью вперед всех выскочил. Хватит, хватит. Так, ясно. Давайте на левый фланг. Я уже послал туда денищика. Ну а вы ему в помощь. Я их задержала, повыгоняла из болота. То бросили, побежали. Всех слабаков вперед. Давайте, Вера. Каску! Каску найдите! Ползком вперед! Искаков! За мной! Искаков! Смелее! За мной! Ко мне? Вот так и скакал.
К этому придется привыкнуть. Помоги. Давай вниз. Поясни. Молодец, Искаков. Давай к пулемету. Держи ленту прямо. Кизевич, мне эта высота нужна! Ее приказано взять! Не взял ту, не возьмешь эту! Отдается в глазе. Хорошо, сидим. Пора подниматься. Связь с огневой есть? Связь-то пока что есть. А ну, Паша! Тимошкин. Паша! О. Кидани парочку по малой, а? Видишь, там Кисеевич у самой траншеи лежит. Хоть чуть-чуть для психики. Ну, раз что парочку. Ни в коем случае, вы что? Кисеевич большую часть отвлекает. Главное для нас эта высота. Но они же там полягут все. Вы посмотрите, куда они забрались. Отойти им нельзя? Отойдут. Жить захотят, отойдут. Дело не хитрое. Но им теперь только вперед. Назад-то сложнее. Давайте весь огонь сюда, по траншеям. И батареи, и пулемет. Алло, Береза. Через 10 алло. Минут поднимаюсь. Алло, Береза. А девятая? Нет. Два снаряда всего. Два снаряда. Нет. Огонь для седьмой. Кисевич ворвался! Ворвался, Кисевич! Береза! Береза! Алло, Береза! Твою мать! Береза! Тимошкин, куда тебя? Я убит. Мне нужен огонь. Огонь, капитан. Посылайте этого. Эй, слышь, быстро на линию. Быстро устранить порыв. Вряд ли он сумеет. Он из новеньких. А мне наплевать. Из новеньких и стареньких. Мне нужна связь. У меня атака срывается. Некого больше искакал. Давай. Провод в руку. Соединишь. Порыв. И назад. Понял? Ага. Давай. Давай. Алло, Береза, это я. Тимошкина нет, убит Тимошкин. Слушайте команды, сейчас передаю команды. Да, но отсюда же ни черта не видать. Надо выдвигаться. Выдвигайтесь. Осторожно, Паша. Они тут пулеметами просто стерню стригут. Черт.
Вы с пулеметом останетесь? Да, с пулеметом. Знаете, что Самохин убит? Знаю. Седьмой пока командует Вера. Нашли командира. А что, девка бедовая? Бедовая, это беременная. Вы подумали о том? Ну и что с того, что беременная? Никто ее тут не держал, так что... Мать вашу. Сейчас командует. Ну что он там? Черт знает что. Вы куда? Тащи! Передам. Береза. Береза, я ранен. Даю до ворот. Репер номер 3. Левее 0,40. Уровень больше 0,3. Огонь. Беглый. Огонь! Всеми снарядами огонь! Вы слышали, комбат скомандовал огонь! Капитан! Товарищ капитан! Вон, смотрите! Пулемет! На бруствере! Видите? Вижу! Вижу! Готов, подлец! Поднимай руку! Рота! Рота! Вперед!
Мать вашу! Алле друг! Дрянь делал комбат. Жеманули сверху обратно. Спокойно, спокойно. Граната есть? Есть. Гранатами огонь. Огонь. Чернорус, ты! Я, товарищ комбат. Где Маркин? Там. По-русски, понимаешь? Понимаешь. Там за первым поворотом пулемет. Я уже послал туда одного. Давай к нему живо и вдвоем назад. Есть. Патроны пулемета. На одну очередь. Да. Вот положенница. Сколько нас здесь? Четверо. Мне кажется, в траншеи ворвалось больше. А остальные там, в блиндаже, товарищ капитан. В каком блиндаже? Да там блиндаж есть. Когда фрицы жеманули, они не успели. Мы выскочили, а они нет. Лейтенант. Да. Надо пробиться к ним. Было бы неплохо, но, товарищ капитан, нас же здесь всего-то ничего. Надо пробиться. Граната есть? Есть. Держите. А? Надо пробиться к ним. Лейтенант ранен. Лейтенант остается, остальные выходи. Там раненые. Кто может, выходи. Быстрее. Ершов. Ершов. Я. Капитана сюда. Товарищ капитан, вас лейтенант зовет. Вы что, серьезно ранены? Да вот. Много. Так что видно, опять придется вам командовать. Ах, боже мой. Зачем было рваться впереди всех? Что и кому вы этим доказали?
Теперь вы понимаете, в каком положении батальон. Я уже отпонимался. Я ранен. А раньше вы не удосужились подумать? А что думать? Прикажут. Полезешь, куда шило не лезет. Да. У кого есть бинт? Есть, вот у него. Авдюшкин? Я, товарищ комбат. Ты что, ранен? Раненый, товарищ комбат. Ноги у меня тут простреляны. А Нагорный? Нема Нагорного, товарищ комбат. Гранатою отут, у траншейки. Утром? Утричко. Як тільки ми висунулись, він, мерзавець, як навалиться, всіх перебили, один я застався. Фриц мене от этот спас, перев'язав ноги. Какой Фриц? А оцей. А чего там, пристрелить его и все? Ні, не дам. Це Фриц хороший. Він мене спас. Якби не він, я би тут цим бліндажику кров'ю сплив. Фриц, а ну-ка дай бінт комбату. Вас? Бінт, бінт. Бінт, бінт. Бінт. Я-я. Так, надо отбивать траншею, иначе они нас отсюда выбьют. С кем отбивать? С кем есть. Собрать все гранаты. Может, здесь немецкие гранаты остались? Полный ящик, товарищ капитан, вы на нем сидите. Хорошо. Спасибо, фрицы. Разобрать всем гранаты. Видите? Двое лежат. Да, чуть-чуть не ворвались в траншею. Вот именно. Чуть. Надо помочь нашим отсюда. Тогда они помогут нам. Что ж, будем штурмовать траншею? А вы что предлагаете? О, Господи. Лучше штурмовать, чем убегать. Иначе они нас здесь. Ну что ж, ясно. Приготовиться к штурму. Чернорученко, шо? Посмотрите, что за углом. Ага. Со мной.
Боя! Чернорученко, возьми лейтенанта! Сволочь! Нет, вместе. Бегом к блиндажу. Да беги, капитан. Это мое дело. Сжимает, как меха в гармошке. Вот гады. Для всех. Смотри тут. Круглов. А где Круглов? Все, товарищ капитан. Нет Круглова. Вот его автомат. А сумка его там. Чернорученко! Все, к чертовой матери. Бей, дверь держи! Ногой прижми! Ничего, еще не все потеряно. Сорвалось. У кого спички? Спички у кого есть? Карта у вас есть?
Где вы, гады? Выходи! Я здесь! Где вы? Щедрит твои лапти. Комбат! Комбат! Живой, значит? Я? Ну ты, а кто же еще? А мы-то... Мы-то думали... Мы ж вас похоронили, когда... Увидели, что вас немец жарит. Ты... Рот. А он рот, а немцев догоняет. С тылу зашли. А ну, это ведь нам сначала туговато было. Долго было. А потом кто-то, ящук, не знаю, здорово пулеметом подмог. А ты... Ну, а потом и сосед справа подтянулся. Вот мы и тут. Эй, товарищ комроды, он бежит. Вовремя. Кто? Немц бежит. Ну и что? Ты не знаешь, что делать? Еще бы пару минут. Плен берем. Давай. Да, новость. Гунька-то, комдив, сместил. Это хорошо, это хорошо. А Маркин живой? Маркин? Живой. Там, блин, даже повыше. Ну, я пойду доложиться. Комбат все-таки. Конечно, конечно.